Всем привет! Зима в последнее время все чаще радует солнцем. Так и хочется проводить на свежем воздухе как можно больше времени. Например, катаясь по лесу на лыжах. В конце сезона традиционно всевозможные сайты предлагают зимнее снаряжение со скидками. И если ваш ребенок вырос из прошлогодних зимних ботинок для беговых лыж, сейчас их можно приобрести достаточно дешево. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! При выборе лыжных ботинок необходимо учитывать стиль бега – классический или коньковый. Комфорт. Очень важно, чтобы в обуви было удобно и достаточно тепло. Тип креплений. Не стоит ради них выбирать неудобную обувь. Лучше сначала подобрать ботинки, а под них крепления. Если лыжи уже оборудованы креплением, то попытайтесь найти удобную обувь под них. Если не получится, смело меняйте крепление. Классический лыжный бег чем-то напоминает обычный бег. Он более естественный для человека. При таком беге голеностоп требует свободы. Поэтому классические модели похожи на обычные кроссовки. Они отличаются низкой высотой, податливой мягкой подошвой, свободой верхом без фиксации. Конструкция коньковых модификаций направлена на фиксацию голеностопа и снятие лишних нагрузок с него. Это необходимо для более четких движений и лучшего контроля лыжи, чего требует техника конькового хода. На сайте Wildberries лыжные ботинки Nordic сейчас можно приобрести со скидкой за 1978 рублей. Их прежняя цена – 2827 рублей. Есть выбор размеров, предназначены для катания преимущественно классическим стилем, активного отдыха, неспешных лыжных прогулок по лесу, фиксация ноги открытой шнуровкой. Язык – клапан для защиты от снега и влаги. Верх ботинка выполнен из высококачественного синтетического морозостойкого материала с полиуретановым покрытием. Улучшенная анатомическая колодка ботинка комфортная, средней полноты. Утеплитель – синтетическая шерсть, стелька из войлока. Материалы отлично сохраняют тепло ноги при спокойных размеренных прогулках по лесу. Состав подошвы – двухкомпонентная резина. Условия эксплуатации – до минус 30 градусов. На сайте Озон лыжные ботинки Nordway предлагаются скидкой за 2079 рублей. Раньше они стоили 2599. Размер 45-й подходит для классического стиля катания. Изготовлены из полимерного материала. На сайте Яндекс.Маркет ботинки для беговых лыж фирмы Nordic сейчас можно купить за 1900 рублей. Расцветка бело-голубая, размер 36-й. Подходит для занятий физкультурой и легких прогулок на лыжах. Соответствует системе крепления 75 мм. На сайте Спортмастер ботинки для беговых лыж сейчас можно приобрести за 1599 рублей. Размерный ряд от 30 до 37 подходит для классического хода. Подошва для крепления 75 мм. Морозостойкий материал Frostex устойчив к износу. Сплошной язычок защищает от попадания снега и влаги внутрь ботинка. Теплая подкладка спасает от холода. На сайте Горные вершины лыжные ботинки Atomic сейчас предлагают со скидкой в 30% за 6993 рубля. Расцветка черно-синяя, на замке есть выбор размеров. Комфорт зависит не только от верно подобранной колодки, но и от уровня теплосбережения, который, в свою очередь, зависит от наличия и толщины утеплителя, а также от толщины наружного слоя. Чем больше уровень активности и теплее погода, тем меньше должна быть толщина утеплителя. Профессионалы выбирают самые легкие модели с минимумом утеплителя или вообще без него. В лыжной обуви не работает правило, что теплые комфортные модели стоят дороже. Обычно дорогие гоночные модификации имеют тонкий материал верха и минимум утеплителя. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.